307, 307, 308, 309, но 40 год совершить себя отсюда. Приговорил. Честно, Владимир Анатольевич, признать виновным в совершении преступления присланного пунктом В части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание по пункту В части 5 статьи 290 в виде 7 до 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3 246 000 рублей доход государства с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций государственных органов и органов местного самоуправления срока на 2 года. На основании статьи 48 Уголовного кодекса Российской Федерации с лишением классного чина старших советников юстиции. По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159, в виде 2